Всем приятного времени. Это Антон Иванов из Нижегородского Кремля. Я сейчас нахожусь рядом с местом, где находился Спасо-Преображенский собор, один из главных храмов Нижнего Новгорода в свое время. Он был взорван в 1918 год большевиками сразу после революции. Это был главный собор города, это был главный собор Поволжья, он утверждал город как столицу Поволжья, тогда это имело большое значение, наличие храма определенного. И здесь, на территории, на этой, рядом с собором, находится сильная точка, энергетически сильное место. Первый собор был построен здесь еще Юрием Всеволодовичем, основателем города Нижнего Новгорода, сыном Всеволода Большое Гнездо, одного из самых значимых и видных князей города Владимира. Это два просвещенных князя. Это одна из главных сильных точек Нижнего Новгорода. Она и по сей день остается местом силы, несмотря на то, что собора уже давно нет.